обвинения в сторону развертывания химического оружия в Украине беспочвенны. Мы всерьез обеспокоены выпадами России в сторону применения запрещенных видов оружия, так как у нас есть опасения, что она будет их применять. Конечно. Конечно, для этого и площадка Украины создана, чтобы применяли все, не только Россия, друзья. А вы думаете, просто так, такой вот ажиотаж вокруг биолабораторий? Американцы на Россию, Россия на американцев перекидывают, так пинг-понг этот идет на мировом уровне, а в результате будут это все испытывать на Украине. Все эти химические оружия и прочие штаммы бактериологические. А зачем они? Они же украинского производства, украинского разлива. Вы думаете, кто работает в лабораториях? Украинцы. Сами для себя подготовили. Им говорят выпустить штамм такой-то, в таком-то количестве. Они выпускают. Против кого? Против себя. Они это знают, но они это делают. Такова суть человеческая. Когда окажетесь там, на небесах, друзья, вспомните, что вы делали. И там уже не будет отговоров о том, что «ну я же на работе был, но меня же заставляли, иначе бы мне не платили зарплату». Это там не пройдет. Сопли ваши закончились. Подумайте о себе и о ваших детях. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан. Вы сами себя травите, сами создаете оружие, и на вас же это будет применено.